Киностудия Олонур Медиа представляет. Автор идеи и режиссер-постановщик Ахат Каюм. Мама! Папа! Папа! Брат! Чего? Он в опасности! Что? Папа! Папа! Бегу! Экзот! Брат! Сынок! Неорганизованное преступление. Алло? Здравствуйте. Вы Акбар? Да, я Акбар. Извините, я вас не узнал. Я журналист. Хотел взять у вас интервью. Начальство согласилось. Интервью? Да, так точно. А мы можем встретиться? Остальное я вам объясню при встрече. Согласны? Да, разумеется. Только не ближайшие 3-4 дня. Есть недоконченные дела, служба, вы сами понимаете. А пораньше не сможете? Честно говоря, для интервью мне выделили только 3 дня. Пожалуйста, придумайте что-нибудь. Тогда я вам отправлю адрес. Завтра в 10 встретимся в одном месте и там поговорим. Сейчас наше учреждение не подходит для интервью. Встретимся там. Хорошо, договорились. Спасибо вам. Не за что. Ого, значит, ты у нас такой крутой. Здравствуйте. А, вы Акбар Алиевич? Да, это я. Здравствуйте. А вы тот самый журналист? Да, будущий журналист. Ну, дай бог. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Вы тоже служащие общества, передаете информацию людям. Призывайте их к бдительности. Раз уж так, я тоже готов послужить вам. 2 часа хватит для интервью. Наверное, сможем закончить. Дай Бог. Итак, с чего начнем? Думаю, крепкий кофе – залог хорошего интервью. Как вас зовут? Можем познакомиться? Джахангир, хорошо. Значит, в этот раз журналист будет допрашивать следователя. Отлично. Скажите мне открыто, почему вы хотите побеседовать именно со мной? Честно говоря, я хотел составить интервью про деятельность следователей, про их психологический подход к своей работе. Насколько это ответственно одновременно служить и своей семье, и своей родине. Вот и спросил вашего начальства показать мне самого образцового служащего, и они посоветовали мне вас. Конечно. Это меня радует, то, что они считают меня своим образцовым сотрудником. Тогда давайте начнем. Семья — это крепость, поэтому давайте начнем нашу беседу с семьей. Согласен. Как вам известно, служащие государственных учреждений служат своей родине искренне и преданно. Ага. Иногда, сами того не осознавая, уделяют мало времени своей семье. Да, правильно. По-вашему, работа важнее семьи? Каково ваше мнение насчет этого? Садись. Хорошо. Садись спереди. Привет, богач. Привет. Как наше дело? Какое дело? Тебе же велели его закрыть.
Это невозможно. Невозможно. Если наш босс услышит это, тебе самому будет трудно. Передай своему боссу, что это вообще невозможно, понял? Ладно, силач, возвращайся к своему делу. Позволяешь себе многое. Все очень серьезно. Ты должен закрыть это дело. У тебя нет другого выбора. Понял? Папа? Сейчас, сынок. Потерпи. Сыночек подрос у нас. Папин любимец, да? Эй ты, сволочь. Ладно, завтра поговорим. Договорились? Получите ответ завтра. Ладно. Согласны. Едем, ребята. Нет, я с вами не согласен. Конечно, семья — священный обитель. А наша задача — сохранить дисциплину. Призывать людей к бдительности. Устанавливать справедливость. Предотвращать всякие преступления и правонарушения. Иными словами, сохранять мир на нашей земле. Я узнал, что и ваш отец был сотрудником Государственного управления внутренних дел, да. А вы выбрали эту профессию, потому что хотели идти по стопам своего отца, или... Да, мой отец выбрал это направление. Я очень восхищался своим папой, вот и выбрал его профессию. Есть такие качества в вашем отце, связанные с этой профессией, и которыми вы восхищались? Мой отец был честным человеком. Сейчас, как вы знаете, не всем по плечу, а работать честно. Во время службы он не думал о своей безопасности, он был отважным мужчиной. Поэтому он мог совершать смелые поступки. Скажу открыто, мне сказали, что вы, как и ваш отец, человек очень честный и отважный. Нет, они преувеличили. Смотрите, я могу избаловаться. Оказывается, вы тоже проявляли достаточно много смелых поступков во время вашей службы. Особенно ваше последнее дело, преступление, связанное с Зинурой Батыровой. Это так? Да. Молодежь должна взяться за ум. Они становятся очень безответственными. Совсем не слушаются своих родителей. Они стали самовольными. Ну как, нравится? Да, хорошо, спасибо. Почему не танцуешь? Просто не хочется. Устал, наверное. Но...
где твой избалованный богач? Все еще спит? Да. Зови. Хорошо, иду. Папа, как спалось? Хорошо, доченька. Ассаламу алейкум. Выспались? Сыночек, как ты сам? Хорошо. Отлично. Как прошла Олимпиада? Ты не поделился результатами. Неужели в этом мире есть люди, которые думают обо мне? Что ты говоришь, старина? Папа, я вчера занял первое место на городской олимпиаде по математике. Правда? Да. Молодец. Я так горжусь тобой, мой великий математик. Вы теперь купите мне компьютер такой же, как у моего брата, да? Угу. Ладно, но есть одно условие. Папа, чай. Не будешь играть всякие игры. Хорошо. Не будешь подключаться к интернету. Хорошо. Договорились? Да. Когда я вырасту, стану архитектором, как вы. Буду вносить новые проекты в вашу фирму. Ага. А вы знаете гостиницу Ясса, новостройку в Дубае? Я нарисую здание даже лучше этого. Да. А откуда ты знаешь про это? Из интернета. Папа, он все знает. Добрый день. Приятного аппетита. День добрый. Мы должны с тобой поговорить. Скоро заканчиваешь институт. Какие планы на будущее? Я еще не определился, папа. Дать тебе волю. Ты всю свою жизнь проживешь, не определившись. Когда ты прекратишь свой бессмысленный образ жизни? Дорогой, ну что ты говоришь? Ты во всем виновата. Думай о своих поступках. Худое худым и кончится. Ты это знаешь? Да, папа, знаю. Даю тебе один месяц. И изменись, если ничего не изменится, я с тобой по-другому поговорю. Ты в курсе, почему меня вызывали в ректорат? Нет, папа, не в курсе. Из-за моря занятий, которые ты пропустил, я опозорился. Хватит уже глупостей! Где машина? Вчера Шухрат попросил на денек, одолжил ему. Привези машину, поставь на место. Понял? Если еще хоть одно плохое слово услышу в твой адрес, не буду тебя жалеть. Да понял, папа. Аминь, Аллаху Акбар. Мне на работу. Привет. Почему ты опоздал? С подругами обедала. Может, поэтому? Угу. Странно себя ведешь. Как тебе сказать? Что случилось? Милая, мне нужна твоя помощь. Хорошо. А в чем именно? Короче, дело такое. Мне нужны большие деньги. У кого-нибудь занять такую сумму невозможно. А что случилось? Сколько нужно? 5000. Зачем тебе столько денег? Господи, ты на каждый вопрос отвечаешь вопросом. Мне и так сейчас трудно. А что я могу поделать? Есть один выход. Но сперва
ты должна на это согласиться. Ты такой странный. Скажи мне все подробно. Ладно, план такой. Если мы оба постараемся изо всех сил, проблема решена. Ты только обещай мне помочь. Ты же знаешь, я тебя безумно люблю. Как только решим эту проблему, сыграем нашу свадьбу. Я ради тебя на все согласна. Итак. Тот Бигзот. Если наш план сработает, и он попадет в нашу ловушку, все решено. При чем тут он? Все дело в вас обоих. Короче, снимем ту квартиру. Вы пойдете туда. Он должен заснуть. Добавишь снотворное в его еду. А когда утром он проснется, ты будешь обвинять его в том, что он тебя изнасиловал. Всякое такое. И мы сможем взять большие деньги у его отца. Ты в своем уме? Если об этом случае узнают вокруг, ты знаешь, что будет. Мы опозоримся. Если я не смогу найти им эти деньги, я попаду в тюрьму. Я не могу без тебя жить. Но если наш план провалится, всему будет конец. Об остальном я сам позабочусь. Если ты согласишься и будешь действовать по нашему плану, у нас все получится. Ну хорошо, согласна. Только ради тебя. А потом мы поженимся, да? Конечно. Ладно. Алло? Алло, Бигзот. Кто это? Это я, Зинура. Зинура, что с тобой? Подойди к своей машине побыстрее. Все, иду. Зинура, что случилось? Ты в порядке? Да. Вчера смотрела один фильм. Девушка зовет парня таким способом. У меня тоже получилось. Проверила. Бывает ли в жизни так, как в кино? Ну ты даешь. Я-то испугался, вдруг с тобой что-то случилось. Скажи мне честно, что ты почувствовал? Трудно объяснить это словами. В последнее время мои подруги много говорят о тебе. А точнее? Ты не безразлична Бигзоду. По его глазам все видно. Они правы? Зинура, твой... вчерашний танец мне очень понравился. Можно мне пригласить тебя на ужин? На ужин или на танцы? Сначала на ужин, потом на танцы. С удовольствием. В общем, все вот так вышло. Я не хожу на лекции, вот и упускай такие забавные случаи. Поэтому не пропускай. Извини, минуту. Алло. Алло. Сейчас, что ли? Хорошо, я на минуту. Даже здесь не дают покоя. Не скучала? Да нет.
Поговорил? Да, все. Не заставил долго ждать. Давай выпьем. Можем. Так, давай закажем что-нибудь. Да. Ну, где его носит? Заказал любимые блюда, а сам не приходит. Еще раз позвоню. Выключен. Лишь бы все было хорошо. Зинона, что здесь происходит? Что с тобой? Что со мной? Ты ведешь себя, как ни в чем не бывало. Что теперь будет со мной? Как я переживу такой позор? Какой еще позор? О чем ты? Объясни мне, что происходит? Где я? Я ничего не понимаю. Не помнишь? Конечно, в моем доме. Вчера, когда проводил, ты это запланировал? Твое намерение? Убери руки. Ты хотел меня опозорить. Где моя одежда? Я не знаю. Посмотри на меня. Не трогай меня!
ничего не понимаю. Эй, Зинура, постой! Почему моя красавица такая печальная? Я сделала все, как ты сказал. Что дальше? У меня такое чувство, что все это добро мне кончится. Ой, моя беспомощная зайка. Ты ни о чем не беспокойся. Остальное уже мое дело. Вот увидишь, Бигзот запросто попадет на удочку. Чтобы родители ни о чем не узнали, он с большой готовностью принесет деньги. И все, проблема решена. Дальше что? Наша свадьба. Кто? Это Бигзот. Ответь. Интересно, что скажет. Алло? Алло, Зинура? Да, слушаю. Мы можем встретиться? Понимаешь, я вообще не помню вчерашнего вечера. Объясни мне. Давай встретимся попозже. Я сейчас плохо себя чувствую. Хорошо, буду ждать твоего звонка. Ладно, хорошо. До встречи. Вот видишь, все почти решено. Он даже не помнит, что случилось вчера. Теперь успех за нами. Не переживай, все наладится. Сыграем шикарную свадьбу. Накопились кое-какие проблемы, я сейчас с ними занят. Деканат даже вызвал родителей. Ого, зашли очень далеко, что поделаешь. Ну, налажу. Бигзот. Даст Бог. Можно с тобой поговорить? Наедине. Мы должны с тобой кое-что обсудить. Ты же сама избегаешь меня. Что случилось? Так, с чего бы начать? Ты знаешь, что ты наделал. Теперь будешь отвечать за свой поступок. Что ты несешь? Что я наделал? Я вообще не помню тот вечер. Так не пойдет. Тоже меня не помнит. Хочешь избавиться от меня? Хоть я и не помню тот вечер, в одном я уверен. Я к тебе даже пальцем не прикоснулся. Хочешь одурачить меня, да? Если не решим это по-хорошему, я подам заявление в милицию. Подашь в милицию? Делай, что хочешь. Думаешь, я поверю в такие интриги, да? Значит, все твои слова были ложью? Ха. Что, из-за того, что я ухаживал за тобой, я должен так расплатиться? А? Черт у тебя. Вы меня вызывали? Покажите удостоверение личности. На вас подали жалобу. Надо все разъяснить. Сабиров Бигзот Бахтиёрович. Год рождения 1998. Чем занимаетесь? Учусь. То есть студент. Где именно? Ташкентский университет информационных технологий. На факультете менеджмент. На третьем курсе. А вы знакомы с Зинурой Батыровой? Да, она моя однокурсница. А что? Какие у вас отношения? Нормальные? На вас подали жалобу о том, что вы
вели себя грубо по отношению к Зиноре Батыровой. Что за чушь? Это же чистая клевета. Откуда вы взяли это? Я вообще не прикасался к ней. Садитесь, не горячитесь. Мы все уточним. А сейчас напишите все, что произошло между вами в точности, подетально. Где вы были 24 мая сего года? Мы с ней ходили поужинать. Только вы вдвоем? Да. После ужина куда вы поехали? Дальше я уже не помню. Пишите все. Вот. Значит, это все? Вы уверены? Да. Вы не должны выезжать из города. Когда будем вызывать вас, приезжайте немедленно. Пока, идите. Спасибо. Ну как, не устаете? Я знаю этого парня. Да. Угу. Однажды столкнулись на улице. Когда? По какому делу? Пустяк. По поводу машины. Что он здесь делает? Одна девушка подала на него жалобу, якобы он приставал к ней. Посмотрим, насколько это правда. Как ты сам? Чем занимаешься? Старое дело. Занимаюсь той кражей. Угу, ясно. Зинура Батырова, мы ознакомились с вашим заявлением. Обвиняемый вами Бекзот Сабиров отрицает свою виновность. Как он смеет это отрицать? Он уже сделал свое, теперь не признается. Может, есть какой-то способ? Наличие заявления — это еще не значит наличие преступления. А раз уж так, почему вы раньше не сообщили нам? Я поверила его словам. Он обещал, что мы поженимся. В тот день, куда вы ходили с ним? В кафе поужинать. Вы должны говорить нам только правду. За обман вас могут оштрафовать или можете попасть в тюрьму от 3 до 6 лет. Поймите, мне тоже нелегко сейчас. А вы сообщили о случившемся своим родителям? Как я могла? Сами пошли на такой поступок, а теперь вам трудно обо всем признаться. Очень странно, надо было подумать о последствиях. Ладно, можете идти. До свидания, спасибо. Здравствуйте, папа. Здравствуй.
Сынок. Да. Иди, позови брата. Его нет в комнате. Саида! Где твой избалованный сын? Ты знаешь, что его отчислили из университета? Нет, я не в курсе. Если ты не в курсе, я не в курсе. Надеюсь, он сам в курсе? Вообще-то, я не хотела тебе об этом говорить. Одна девушка, ему... Какая еще девушка? Ты чего так тянешь, а? Она поставила условие, что если он не женится на ней, что? Она его посадит. Ты в своем уме? Что ты говоришь? Он же еще ребенок. Он даже не умеет заботиться о себе. Как он может завести семью? Кто эта девушка? Его однокурсница. Однокурсница? Где он? Где его носят? Дома. Сегодня не выходил. Сейчас позову. Быстрей! Мама! Мама! Папа! Чего? Брат! Что? Брат! Папа! Папа! Бегу! Бегзот! Брат! Сынок! Доктор! Как мой сын? Сейчас лучше. Голосовые связки немного повреждены. Пару дней его голос будет хриплым. Пускай он не будет говорить даже неделю. Главное, чтобы он выздоровел. Самоубийство – тоже преступление. Мы сообщили правоохранительным органам. Скоро они подъедут. Они будут расследовать мотивы этого дела. Доктор, может, не стоит сообщать об этом? Если люди узнают... Простите, но мы вынуждены. Ладно. Пускай едут. Что с тобой? В последнее время ты такая задумчивая. Такое чувство, как будто кто-то следит за мной. Да брось! Что за чушь? А ты общаешься с Джафаром? Вот уже два дня он молчит. Пропал куда-то.
Не надо было флиртовать с Бизодом. Заревновал, наверное. Я сделала все только ради него. А что ты имеешь в виду? Что-то случилось? Нет, все в порядке. Не обращай внимания. Как ты поступишь теперь? Я не знаю. Ну, ладно. Я тогда пошла. Если профессор спросит обо мне, скажи, что я заболела. Ты пропускаешь занятия. То, что случилось с Бигзодом, может случиться и с тобой. Уговорила. Иди сама. Я догоню. Хочу остаться наедине. Ну ладно, увидимся. Вам очень идет этот костюм. Нравится? Вы только взгляните. Сколько стоит? Учитывая, что вы наш постоянный клиент, вам 500 тысяч. Был бы кто-то другой, сказал бы подороже. Где ваш шеф? Шеф по уши занят делами. А вам нравится костюм? Могу еще уступить. Вы не переживайте насчет цены. Посмотрите, вам так идет. Есть еще другие модели, более стильные. Какие именно? Брендовые? Да, брендовые, качественные. Самого модного покроя. Посмотрим, как брендовый будет смотреться на мне. А цена не имеет значения? Нет. Окей, сейчас принесу. Алло. Алло. Джафар, где ты? Мы должны встретиться. Я очень занят. Давай не сегодня. Нам нужно поговорить. Я больше так не могу. Я скажу всю правду. Бигзот повесился. Слушай меня. Ты о ком беспокоишься? Обо мне или о Бигзоте? Кому что скажешь? Мне очень трудно. Кого что болит? Не морочь мне голову. Какое мне дело, если он повесился? Кто-то следит за мной. А тебя нет рядом. Мне сейчас очень тяжело. Малыш, ну брось, не плачь. Сегодня встретимся. Все будет хорошо. Как обычно, в нашем местечке, в 6 часов. Ладно. Ты же знаешь, я тебя обожаю. Брат? Вот, посмотрите, классный костюм. Слушай, возьми это и повесь обратно. Не понравился, что ли? Дело не в этом, просто передумал. Могли бы примерить. Брат, подождите, могу еще уступить. Брат, не уходите. А... Да, и с этим не повезло. Когда выпишут Бигзода? Сейчас ему лучше оставаться в больнице. Боюсь, вдруг натворит еще какую-то глупость. Бедный мой ребенок. Нечего жалеть его. Если бы ты была внимательной к нему с самого начала, такого не случилось бы. Давай, сынок, поторопись. Выпей чаю и к занятиям, Зарнигор. Ты уже подготовила вещи брата? Да, мама, все готово. У меня сегодня мало занятий. Папа, вы не против, если я схожу на плавание? Конечно, не против, сынок. Самое главное, чтобы ты не пропускал уроки и успевал в занятиях. Папа, купите мне национальную энциклопедию Узбекистана. Там есть море информации про галактику. Пей свой чай. Тебе бы все время покупать что-то. Сыночек мой, обязательно купим. Здорово. Твой брат тоже в твои годы был таким же стремительным. Как только повзрослел, изменился. А можно вечером я тоже навещу брата? Конечно, сынок, можно. Ты сейчас иди в свою комнату. Хорошо. Готовь свою одежду, а то будешь торопиться, когда друзья подойдут. Понял. Дай конфету, пожалуйста. Держи, профессор. Спасибо. Иди, ты тоже помоги ему. Хорошо, папа. Ты
разузнай об этой девушке. Но будь тише воды, ниже травы. Своим сестрам. Ну что ты говоришь? Когда я так делала? Я же ее вообще не знаю. Что у тебя на шее? Голова или лампочка, а? Пойдешь в институт, спросишь ее адрес, потом разузнаешь о ней. Ты же профи по шпионажу. Никто, ни твой сын, ни эта девушка не должны догадаться об этом. Ну ладно. А вдруг она окажется права? Что будем делать? Нашла время на слезы. Что поделаем? Придумаем что-нибудь. Не нужно распространять это на весь мир. Ладно, я пошел. Аминь, Аллах Акбар. Подай костюм. Кстати, ты что-нибудь узнала о ней? Да, нашла ее адрес. Даже зашла к ней домой, хотела поговорить, но она избегает меня. Думаю, Бегзот прав. Она чего-то затевает. А где Бегзот? В своей комнате. С Шерзодом смотрит телевизор. Я только что заходил к нему, его там нет. Что? Да. Пойди, ты тоже посмотри. Сейчас. Здравствуйте. Где тебя носит? Ходил в магазин. Не лги. Никто так не задыхается, когда ходит в магазин. Давай, сядь. Сынок, пора поговорить с тобой открыто. Ты действительно любишь эту девушку? Уже не знаю, папа. Поначалу так думал, но все изменилось. Как это понять? Говори мне правду. У вас были с ней отношения? Мы предпримем меры, учитывая это. Папа, может, я действительно напился в тот вечер, но я даже пальцем не прикоснулся к ней. Да, в тот день мы встретились. Она хотела поговорить. Сейчас она требует $5000. Говорит, что потом оставит меня в покое. Вот в чем дело. Да. Ясно. Дадим. Нет, папа, не будем давать. Я все сам проясню. Она очернила мое имя перед всеми. Ты ничего не сделаешь. Остальное предоставь мне. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте. Да, разумеется. Извините за беспокойство. Садитесь. Как ваши дела? Вы пришли в такой поздний час? Да. Я поговорил с Бегзодом. Девушка требует денег. Ни в коем случае не соглашайтесь. Я-то готов закрыть ее рот. Но переживаю за сына. Боюсь, вдруг он что-то сделает с ней в гневе. Они опять встречались. Что она сказала? Сегодня, выйдя из больницы, сразу пошел к ней. Завтра же приведите его ко мне. Я должен уточнить кое-что. Хорошо? Может, ей понадобились деньги? Послушайте, может, я дам ей эти деньги? Ведь эта мерзавка может разрушить его жизнь. Брат, это преступление.
А вы знаете, почему она просит такую большую сумму? Если она что-то сделает с собой, у вашего сына будут большие неприятности. Что мне делать тогда? Ходить спустя рукава? Вы не переживайте. Они под нашим наблюдением. Вы лучше идите домой, хорошо? Где сидит ваше начальство? Хочу с ним повидаться. Думаю, мы не сможем решить это с вами. Весь город знает меня. И я не хочу портить свою репутацию из-за одной хамки. Ее цель очевидна. А вы все тянете время. Пускай она получит эти деньги, а вы закроете дело. Ассаламу алейкум, мама. Ва алейкум ассалам, сынок. Я вернулся. Хорошо доехал? Да. Как ты? А мне идет моя форма? Конечно, идет. Очень красиво. Теперь я похож на папу? Ты день за днем становишься похожим на отца. Ну давай, сынок, переодевайся, а я накрою стол. Договорились? Хорошо. Но почему ты нас покинул? Брат, если все люди будут размышлять, как вы, общество заполнится преступниками. Если вы догадываетесь, ее предложение и есть мотив преступления. Думаете, я не знаю? Столько дел закрывается с согласием двух сторон. Такие времена уже прошли. Мы живем в демократическом государстве. А то, что вы предлагаете, означает, что ваш сын тоже замешан в преступлении. Если бы вы были отцом, вы бы меня поняли. С девушкой поговорите сами. Если сумма ее не устроит, дам еще. Давайте закроем это дело скорее. Кому нужна такая суета каждый день? Вы уж извините меня, но стать отцом не трудно. А воспитать ребенка хорошим человеком — вот это тяжело. На самом деле, за такое предложение на вас надо открыть дело. Но я молчу, учитывая ваш возраст. Все, можете идти, если вы уже сказали свое. Я хотел, чтобы и вам было легко. Вот почему пришел в такой поздний час. Что будет дальше? Что с тобой, милая? Почему такая встревоженная? Джафар, мне страшно. Мама Бигзода допрашивала меня. Говорит, приедет ко мне домой. Я уже не знаю, что ей ответить. Почему ты так нервничаешь? Чего только не приходило мне в голову, а? Ты что, издеваешься? Она хочет поехать к моим родителям, понимаешь? Эти деньги тебе нужны или мне? Я тебя не знаю. Выходит, ты меня не любишь?
Ты даже мою смерть примешь спокойно? Ладно, тогда иди, возьми свое заявление обратно. Скажи им, что я тебя заставил. Я не понимаю. Зачем тебе столько денег? Мне думать страшно про конец нашего замысла, а ты вообще пропадаешь. Я потеряла свой покой. Ночами не сплю. Зинура, умница моя. Потерпи еще немного. Все будет хорошо. Кстати, ты поговорила с Бигзодом? Встретились? Да, поговорила. Потребовала денег. Он молча отвернулся и ушел. Тогда сегодня же позвони ему и встреться. Скажи ему, что будешь жаловаться на его отца. Вот увидишь, его папочка прибежит, как собачка. Ты думаешь о последствиях? Если он сообщит в органы, кроме меня, они уведут и тебя. Так не будет. Он тряпка. Ты слушайся меня. Сейчас позвони ему, потребуешь денег. А встречу назначь на позднее. Я буду наблюдать за тобой. Договорились, зайка? Ну, пошли. Когда мы сыграем свадьбу? Как только добьемся своего плана, тогда ура. Да будет тебе свадьба. Ты только будь пошустрее. Ты же знаешь, я не могу жить без тебя. Если ты не добьешься этих денег, ты меня навеки не увидишь. Тебе нужна такая жизнь? Ладно, поняла. Ты тоже пойми, я боюсь. Не нравится мне все это. Согласись, больше такого не повторится. Это в последний раз. Хорошо? Звони ему. Закроем сессию. Да, конечно, пора бы. Надо поторопиться. У меня нет проблем. Кто? Ладно, ребята, потом поговорим. Хорошо, ты ответь на звонок. У него куча проблем. Алло, Бигзод. Слушаю. Как ты? Чего тебе, Зинура? Как насчет моего предложения? Тоже мне предложение. Разве тебе так не будет легче? А что, если откажусь? Тогда завтра пойду на работу твоего отца и устрою там скандал. Чего? Не понял. Ты думаешь, сможешь запросто бросить меня? Даже смерть не спасет тебя от меня. Слушай меня. Ладно, встретимся. Но ни на шаг не подойдешь к моему отцу. Я не знал, что ты такая мерзавка. Молодец. Правильно рассуждаешь. Сколько времени тебе нужно? Вечером заеду к тебе домой. Там мы все обсудим. Я всегда знала, что ты умный. Иногда любишь упрямиться. Я тебя очень ценю. Я тысячу раз проклинаю тот день, когда тебя увидел. Зря. Не надо говорить такие слова вслух. Цена мужчины измеряется выполнениями его обещаний. А я тебе очень доверяю. Класс. Да, скажи ему, чтобы он не впутывал милицию. Это даже не пришло мне в голову. Слушаю.
Да, забыла. А если расскажешь милицию, тебе самому будет плохо. Ты мне угрожаешь? Нечего бояться. Нет, милый. Я просто хотела предупредить. Если так и будет, я скажу им, что твой папа пришел ко мне и угрожал моей жизни. Слушай меня внимательно. К черту тебя, мразь! Не впутывай в это дело моего отца! Не оскорбляй меня. Ты же был таким спокойным малым. Оказывается, ты очень вспыльчивый. Такой нервный. Ну ладно, до скорого. А ты у нас актриса, оказывается. Я и не знал. Да, я такая талантливая. И все только ради тебя. Знаю, малыш. Давай, теперь пообедаем. Где посидим? Там, где ты захочешь. Дело уже сделано. Получим деньги и все. Что, от тебе только деньги нужны? Нет, конечно. Самое главное — ты. Ты — мое богатство, мой ангел. Правда? Ты чего, сомневаешься во мне? Ну ладно, идем. Пошли. Это лучше, чем отчислиться и попасть в тюрьму. Господи. Да, я струсил. Но чем опозорить своего отца, попасть в тюрьму, я лучше покончу с собой. Господи, за что? За что мне такое наказание? Нет. Мама, простите своего трусливого сына. Простите меня. Я не хотел такого конца, но у меня нет другого выхода. Нет другого выхода. Нет. Нет. Я не сдамся так быстро. Сначала покончу с ней, а потом с собой. Все, досмотрел фильм? Нет, мама, осталось еще немного. Как только закончишь, иди ложись спать с братом. Какие времена? Младший брат присматривает за старшим. Не болтай лишнее. Делай, как я сказала. Ну ладно, мама. Читайте в удовольствие. Хорошего просмотра. Ну что, где деньги? Какие еще деньги? Из-за тебя меня отчислили. Не смеши меня. Не надо было валять дурака, а учиться. Это я из-за тебя не могу поднять голову. Что ты сказала? А? Что ты сказала? А? Говори. Не подходи ко мне. Чего? Я тебе говорю, прочь. А что, если не остановлюсь? Уйди. Убери свой нож. Тебе нужны деньги? С такими, как ты, надо покончить. Такие, как ты, не имеют права жить. Не приближайся ко мне.
не имеют права. Как прошел день? Нормально. Может, поужинаем где-нибудь? Ладно. Вчера мне поручили новое дело. Девушка требует денег от парня, а парень в порыве гнева пришел к ней домой и покончил с ней. Ты поужинай сам, а я скоро. Что ты здесь делаешь? Мы хотели все обсудить. Он врет. Он угрожал мне ножом. Сейчас вы оба поедете со мной. Брат, пожалуйста, только папе ничего не говорите. Лизот, поговорим в моем офисе. Привет, привет. Захотелось поработать в такой поздний час? Если бы я не поехал к ней, случилось бы несчастье. Что они натворили? Парень хотел покончить с ней, взяв в руки нож. Да, плохо. Давайте, садитесь. Ну, выкладывай. Позвонили. Открываю дверь. И вижу его. Говорит, хочет поговорить. Я тоже подумала. Ну вот и окончательно все решим. Потом внезапно предложил мне деньги. Не понял? Когда я тебе предлагал деньги? Опять не признаешься. Когда так было? Ты же пришел и сразу предложил мне деньги. Боишься признаться? Ты же мужчина, не будь трусом. Эй! Соблюдайте порядок. Почему ты не признаешь свою вину? Говорите по очереди. Тебя тоже будут слушать. Сейчас она должна высказаться. А потом говорит, что из-за меня его отчислили. 2 дня назад его мама пришла ко мне в университет. Просила оставить их в покое в обмен на деньги. Это я не впутываю в свои обманы мою мать. Иди ты к черту. Послушайте, хотите поставить нам спектакль? Перестаньте валять дурака здесь, понятно? Дальше что? Я ничего не ответила. Потом он позвонил мне и предложил встретиться. А почему не встретились днем? Откуда мне знать, что он появится в такой поздний час? А вы знаете, что каждое сказанное слово вами может быть использовано против вас? Да, я в курсе. Ознакомьтесь с этим документом, распишитесь, потом можете уходить. А можно я завтра распишусь? Сейчас я неважно себя чувствую. Зинура, вы должны расписаться. Все. Спасибо. Теперь твой черед. Признаюсь, что 2 дня назад я подошел к ней. Я хотел только поговорить.
Потом она потребовала денег. А твоя мать была с тобой в это время? Нет, мама вообще не видела с ней. Я один пошел. Я хотел объяснить ей все спокойно. Чего именно? Предложение денег? Я никогда не предлагал ей денег. Она сама потребовала. А ты знаешь, что случилось бы, если бы ты убил ее? Попал бы в тюрьму. Раз уж знаешь, зачем возиться с ножом? Ознакомься с этим и распишись. Ты смотри, если даешь ложные показания, это будет против тебя самого. Понял. Хорошо. Думаю о последствиях. Все, можешь идти. Еще один неправильный шаг, и ты пожалеешь об этом. Понял. Алло, где ты, зайка моя? Где тебя носило, когда вызвали меня на допрос? Возьмешь обратно свое заявление. Я уже все обсудил с отцом этого сопляка. Как? Бигзот здесь. Оказывается, ты не знаешь меня. Это мне решать такие дела. А мне что делать? Понятия не имею. Но я получу свои деньги, как только ты возьмешь свое заявление обратно. Что? Хочешь меня бросить, как только добьешься денег? Я замечала, что твое намерение изменилось. Ладно, заждались тут меня. Алло. Алло, Бигзот. Ты не переживай, сынок. Она согласилась взять обратно свое заявление. Да. Остальное предоставь мне. Я сейчас подъеду к тебе. Я хочу взять свое заявление обратно. Все не так просто, как вы думаете. И почему вдруг так передумали? Просто так. Если родители узнают об этом, они меня не простят. Если вы сейчас возьмете заявление обратно, мы закроем это дело. Ладно, я согласна. Поначалу вы так упрямились, а теперь вдруг так быстро передумали? А вас кто-то не принуждает так поступить? Нет, я сама. Просто передумала. Странно. Заполните это. Подпишите снизу. Хорошо. Пишите на линии по своей воле. Все. Если это по согласию обоих сторон. У вас еще другие жалобы есть? Нет. Хорошо, можете идти. Может, объяснишь, что с тобой происходит? Да, конечно. Я сейчас поеду забирать деньги у них. Если поедешь туда со мной, плохо может повлиять на твою репутацию. Поэтому ты лучше оставайся. Неужели? Ты же сказал, что мне самой решать. Я все сделала ради тебя. Ты так благодаришь? Прости, я говорил это не тебе. Ты что, упрекаешь меня? Чего только я не пережила из-за клеветы на Бигзота.
А как только ты получил деньги, изменился. Ты дал мне столько обещаний. На следующей неделе моя мама приезжает. Ты в курсе? Хорошо, дорогая, сыграем свадьбу. Мама уже знает о наших отношениях. Хорошо? Твои родители еще не вернулись, а ты так спешишь. Я тоже поеду с тобой. Зину, ты же знаешь, мне не нравится, когда женщина вмешивается в мои дела. Кстати, что они подумают, если увидят тебя? Я сказал им, что я твой брат. Что? Не смеши меня. Я что, должен был сказать, что я твой парень, и все это моя затея? Все же не важно. До приезда моей мамы все уладь. А то сам пожалеешь. Ты мне угрожаешь? Предупреждаю. Я тебе не марионетка. Удивлен, что я догадалась обо всем. Или ты думал, что сможешь обвести меня вокруг пальца? Хотя и солгала Бигзоду, но тебе говорю правду. Ты никогда не сможешь остановить меня, даже от визита к тебе домой. Что с тобой? Ничего. Но если доведешь меня, обязательно будет. Не Бигзода будут допрашивать, а тебя. Милая, давай не будем ссориться. Это зависит от тебя. Думай о последствиях. Я тебе не игрушка. Понятно? Джафара Салива признали виновным в контрабанде наркотиков. В остальном следователь сам разберется. Но вы даете. Вы смогли раскрыть даже это дело. Да, получилось. Вернемся к делу. У нас еще много работ. Ага. Послушайте, может, решим это между собой? Моя дочь еще молода, она не знает закона. Если она не знает закона, это не значит, что она сможет избежать наказания. К тому же, она уже совершеннолетняя. К вашему сведению, она чуть ли не замешалась в наркобизнес. О, Господи! Что вы такое говорите? Я вам говорю правду. А еще она обвиняется по статье за клевету. К тому же, она обвиняется в сговоре со своим парнем Джафаром Салиевым. Давайте закроем это дело по-другому. Не хочу, чтобы она опозорилась. Поймите, пожалуйста. Она же молодая девушка. Где же вы были раньше? Уже поздно. Чтобы кормить их. Чтобы они жили в достатке. Я, бросив свой родной дом, работаю в чужих краях. За что мне столько испытаний? Как же мне ходить среди людей? Что ты наделала? Позор. Ты нас опозорила. Мама, простите. Я не знала. Не знала. Если твой отец услышит,
Он убьет нас обеих. Мама, я не знала. Зинура, может, теперь расскажешь нам правду? Если признаешь свою вину, тебе самой будет легче. Я поверила Джафару. Он сказал, что скоро мы сыграем нашу свадьбу. Угу. А вы давно с ним встречаетесь? Ты знала, чем он занимается? Насколько мне известно, у него несколько магазинов, а еще рестораны. Всегда говорил, что он занят. Ты видела все это своими глазами? Нет, но часто слышала, как он разговаривал со своими работниками и говорили, чтобы привезли товар. Товар. А он сказал тебе конкретно, чем он торгует? Мне самой было неинтересно. Ну вот и не спрашивала. Угу. Думаю, тебя вообще не волновало твое будущее. Очень удивляет, что человек так халатно может относиться к своей судьбе. Ладно. Если ты не знаешь, раскрою тебе правду. Джафар Салиев занимался наркоторговлей. Что? Он даже не курит. Не может этого быть. А где ты слышала, что наркодилеры курят? Они на все готовы ради денег. Разрушают жизни людей. Знают, что смерть — конец пути. Поэтому и не курят. Я все равно не верю, что он способен на такое. Мама, это невозможно. Я ничего не знала. Ты опозорила нашу семью, дочка. Мама, я не знала. Это невозможно. В соседней комнате тебя ждут. Пойди и напиши все подробно. Можете выйти. Мама, папа и брат идут. Слава Богу. Дорогой, как все закончилось? Все хорошо. Я же говорил, что я не виновен, мама. Моя гордость. Ну давай, садись, сынок. Садись. После тебя. Закон всегда накажет виновных. Вот так вот. Вот видите, папа, а вы мне не доверяли. Потому что ты тогда был другим. Я не дал тебе такого воспитания. Вы не верили в меня. А ты что, забыл про свои глупости? Ты сам заставил меня не верить в тебя. Дорогой. Чего? Милый. Чего? Самое главное, все плохое позади. Главное, все закончилось добром, и я освободился от присмотра за братом. Да? Сыночек мой. Спасибо вам за прекрасное интервью. Я очень рад. Угу. Удачи вам, Ива. Всего хорошего. Алло. Алло, Фарид? Привет. Как ты? Спасибо. Хотел сказать тебе одну вещь. В чем дело? Помнишь, недавно мы получили одно дело, связанное
с убитой девушкой? Да, конечно. А что? Кажется, я нашел убийцу. Да? Отлично. Поймал его? Нет. Не будем спешить. Скоро убийца сам придет к нам. Ладно, тебе виднее. Ладно, пока. Фильм озвучен на студии Miracle.